Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе я покажу, как можно создать кулон с загадочной таинственной луной. Почти во всех культурных традициях народов всего мира луна была знаменитым и высокопочитаемым божеством. Луна – это символ загадочности, женственности, сияния и изменчивости. Для создания кулона нам понадобится полимерная глина белого цвета, художественная пастель, катер круглой формы, резец, стеки с шариками, кисть с грубой щеткой, маленькие кисточки для тонировки и пищевая пленка. На пастомашине я раскатала глину на самой максимальной толщине. Накрываем пищевую пленку и вырезаем катером. Сглаживаем все края. Если попали какие-либо ворсинки, их можно удалить влажными салфетками. Теперь катаем тоненькую колбаску, отрезаем несколько кусочков и катаем очень тоненькие полосочки, желательно разной толщины. Они нам понадобятся для создания кратеров нашей Луны. Берем стек с шариком и аккуратно прижимаем в желаемом месте, формируя круг. Это будет самый большой кратер. Таким же способом делаем кратеры поменьше. Придаем текстуру жесткой кисточкой. И для самых маленьких кратеров катаем маленькие шарики и просто прижимаем их стеком. Затем берем художественную пастель и мелко крошим. И мне понадобятся две кисточки. Сначала начинаем тонировать крупной кисточкой, начиная с серого цвета. Затем берем тоненькую кисточку, смачиваем немного водой и тонируем углубление наших кратеров. И когда мы добились желаемого эффекта, я немного вытираю края кратеров влажными салфетками. И отправляем запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. После запекания нужно оформить заднюю сторону и прикрепить штифт. Загибаем штифт. Жидкой пластикой смазываем заднюю сторону. Из такого же белого пласта вырезаем круг, прижимаем к нему штифт и той стороной, где находится штифт, прижимаем к готовой основе. Выгоняем весь воздух и срезаем излишки. И придаем текстуру жесткой кистью. Я ставлю свой значок буковку В и полностью тонирую остатками темной пастели. Особое внимание придаю буковке. Излишки вытираю влажной салфеткой. Я специально оставляю края более темными, мне кажется, что так обратная сторона смотрится намного интересней. И повторяем запекание. Собираем наш кулон. И вот что у нас получилось в итоге. Каждую ночь ее свет озаряет наши окна и притягивает взгляды своей таинственностью и загадочностью. Если вам понравилось данное видео, предлагаю посмотреть и другие мои мастер-классы. Конечно же, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. А с вами была Варежка. До новых встреч. Пока-пока.